Ну, перед началом данного ролика я вам рекомендую поиграть на сервере WineWorld на версии 1.5.2. Там есть дюпы, кланы и многое другое. А также WineWorld на версии 1.7.2 и выше. Обычное выживание сервал. В общем-таки, сервера в описании. Заходим и играем. И покупаем донат. Я там играю, да. Подожди, так. Что ты сделал? Лагерь, ну блин, лагерь. Все, дизлайк, отписка. Халло. О, малой, здорово. Это ты будешь рабом? Что? Ты сказал, будешь рабом. Да, я буду рабом. Слушай, хозяин, а ты мне много будешь платить? А? Нормально. Сколько? Сколько будешь чего платить? Я принимаю виза, мастер-карт. Ну, еще можно алмазами расплатиться, конечно же. Ты какой способ выбираешь? Сейчас, погодьте с вами. Не надо, другу, пожалуйста, давай вдвоем, пожалуйста. Давай вдвоем, хорошо? Буду платить. Да. Давай будешь платить алмазами, хорошо? Сколько тебе лет? 11. А тебе? Мне 10. Нифига себе, чувак, да ты крутой. Ты будешь самым крутым в нашем клане, хорошо? Головой будешь, головой. Ага. Чувак. Идем, давай ТП ко мне. Хорошо, давай, Кал. У меня, короче, при себе 100 каресов есть. Ой, господи, блин, я даже не знаю, что с ними сделать. Ты, короче, решишь, да? Mm-hmm. Кал, как твой ник? Давай, быстрей. Лагерфит. Лагерфит? Да. Ой, что-то знакомое, чувак. О, ты настоящий этот, как там? Я забыл, Лагерфит, да? Чтоб не палиться, скин убрал. В натуре? Слышишь? Я знаю, что ты знакомый с мистиком, там, это голова, да? Зырь. Ты настоящий чувак, слушай, а ты знаком с Лололошкой, нет? На, алмазы. Подожди, ты знаком с Лололошкой, чувак? Офигеть, ты крутой. Откуда у тебя столько вещей, чувак? Чувак, ты можешь ответить, ты с Лололошкой знаком или нет? Да. Знаком. А ты его в реальности видел? Да. А я знаю, что Лагерфит, он, короче, с Фростом, это, друзья, короче, они вообще капец крутые друзья. А? Сейчас с Мистиком. С каким Листиком? Да не Листиком, а с Мистик. С Мистик? Это типа смеситель, да, только с Мистик? Блин, Мистиком. А, вспомнил, чувак, вот я дурак, да? Да или нет? Да. А что ты обзываешься? Ладно, ладно, слушай, познакомь с Лололошкой. Что мне нужно сделать, чтобы ты меня с ним познакомил? А? Сейчас, погоди. Подожди, ладно. Алло, лагерь. Ты знаешь, мне что я... А? Просто друг позвонил. Сейчас, а, Лололошка, подожди, не уходи, пожалуйста. Лагерь, слушай, давай дружить. Я на тебя подписан уже долго. Я твой самый верный фанат. Слушай, хорошо? Смотри, я с тобой скрин не буду делать. Почему? Ну, потому что не хочу. Да? Ты типа зажрал, ой, это... Ты типа самый популярный вообще, да? Но я не буду скрин делать. Ты сейчас стрымить будешь. Слышишь? Что? Ты сейчас стрымить будешь. Я стрым. Ты сам сказал, что сейчас стрым будешь делать. На тебе просто брони замолчи. Почему ты меня затыкаешь? Эй! Я же твой подписчик! Забери такую бронь. Свалил. Что? Алло, не уходи, пожалуйста. Ну слушай, хорошо. Давай меня в свою, я тоже с вами стримить хочу. Я хочу тебя увидеть, я хочу ложку увидеть, я хочу всех, я же ваш фанат. Нет и точка. А? Нет и точка. Что это? Нет и точка? Да. А почему? Давай тогда с тобой поговорим, ты ж крутой. Алло, чувак, у меня есть 1000 левел, я просто забыл сказать тебе. Я тебя убил, извини.
Дай мне 1000 левел меч, плиз. Подожди, у меня, короче, нечаянно килаура включилась, и я тебя убил, прикинь. Извини меня, хорошо? Ты меня извинишь, пожалуйста? Лагер, извинишь? Хорошо, только дай мне 1000 меч, и все, извиню. Я с тобой стримить буду? Ай! Еще раз ты скинешь трубку, я тебе ничего не дам, и я пойду. Я от тебя отпишусь, да поставлю. Звонит, я не, могу. Не бери друга своего, не добавляй, не удаляй, не переходи к нему. Я от тебя отпишусь, поставлю 1000000 дизлайков, попрошу своих 50 000 друзей, чтобы они тоже тебе дизлайки поставили. Покажи скриншот, то есть скрин. Тебя убить еще раз, вот иди сюда, давай, подойди ко мне. Не надо. А почему? Пожалуйста, не надо. Ну ладно, смотри, а ты мне сказал, пожалуйста, можешь с тобой это сфотографироваться, пожалуйста? Давай, только ты тоже сними бронь. Да? Давай, идем сюда, вот давай тут встанем, подходи ко мне. Подошел? Ой, извини, я килауру включил нечаянно. Смотри, бронь, давай, чтобы и ты был виден, и я, только подожди, надо выкинуть эту гадость всякую и снять бронь. Во, давай, на счет 3. Подожди, так. Что ты сделал? Лагер, ну блин, лагер. Все, дизлайк, отписка. Я админу пишу, короче. Ну давай. Подожди, тебя он забанит. Сука, мразь. Гм1, ТП, лагер, фид. Так. Так, вот так, и избираем ресы, берем вот это зелье. Так, теперь наберем еще раз ему, еще раз. А, он меня даже удалил, ух ты, господи. А, нет. Загнал его друга, хрен знает куда. Ладно, давайте наберем ему, так чтобы быть еще раз. Алло, лагер, ты мне вещи отдашь? А? Меня убили, что, сам посмотри. В смысле? Ну блин. Чё такое? Сейчас админу позвоню. Да? А кто тебя убил? Ладно, это я, извини меня, я, короче, невидимку включил, а просто у тебя сетхом поставил, взял зельки и тебя зельками убил. Я друга позвал сюда, он еще может вас тоже убивать здесь зельками. Да, я пошел админу звонить, пока. Не надо, пожалуйста, ну не надо. Бесят такие школьники, которые сбрасывают трубку, мы с тобой как что-то скажут. Сейчас я ему кое-что сделаю, чтобы вообще прям разозлиться. И точно возьмет. Так, ТП, лагер, фит, к... вот. А, он вышел из сервера, вот так, да. Алло, ты вещи верни мне! Что я сделал? Посмотри в мой дом! Сейчас, подожди, я зайду на сервер, я просто обиделся и вышел. А что там случилось? Чувак! Слышишь? А, вот он! Смотри, встань, короче, возле сундука! Не буду вставать. Да? Ну ладно. Я тогда не знаю, что я сейчас зайду на сервер, подожди. Что-то происходит, лагает, господи. Ты админ. Я, откуда ты узнал? Кто тебе сказал? Ты премиум грифер. В смысле грифер? Ты можешь рассказать мне, грифер, как так понять, что я грифер? Ты грифер, я тебе сказал. Если ты не грифер, то ты вернул бы вещи.
Что? Если ты не Грифер, то вернул бы вещи. А ты мне вернул, ты меня убил и скинул со скайпа. Вообще крутой совсем, да, такой? А ты посмотри на мой дом! И что? Что мне сделать с ним, а? А? Я виноват, думаешь? Всё, я пошёл, другу админу звонить. Чувак, вот подожди, стой, не скидывай. Вот не скидывай, если хочешь реально играть на этом сервере. Вот хочешь играть, вот скажи мне честно. Почему? Вот хочешь, вот почему ты меня грифанул, вот скажи. У тебя же друг админ на сервере есть, да? И что он сделает? Он может тебя забанить. Да, так я создатель. Ну, главный админ на этом сервере. Можно сказать так. Вот скажи мне, что ты хочешь в оправдание сказать? Вот что ты меня забанил? Ой, что ты меня загриферил? Вот ты меня загриферил, еще что-то тут ноешь, короче, что я тебя загриферил. Ты мне весь дом поломал. И что? Я еще и так сделаю. И еще напишу бан, ип и твой ник, чтобы ты вообще на этот сервер не зашел никогда. Вот так хорошо, Лагерфит? Зачем ты под чужими людьми прикрывался? Типа это ты, а? Для чего? Можешь объяснить вот теперь? Тупо слился. Алло, чувак, я тебя разбаню. Но если ты выполнишь мои желания, три штуки, хорошо? Я не клюну. Что ты не клюнешь? Ты рыба? О, ты золотая рыбка, чувак. Ну ладно, тогда я хочу себе три желания. Один. Я хочу себе очень много денег, прям миллионы. Понял? Миллионы в Майнкрафте хочу. Второе, я хочу себе большой дом. А третий, я хочу себе великана друга. Хорошо? Ты Дарт Вори. А? Ты Дарт Вори. Кто? Дарт Вори. Кто это? А, это ты! Чувак! А кто это такой, кстати? Просто добавь меня. Ой, короче. Что? Разбань меня. Ну, я тебя разбаню, если ты выполнишь мои три желания, хорошо, золотая рыбка? Включу. Что ты сделаешь? Вебку не включу. А какую вебку? А тогда разбана не будет, если вебку не включишь. Ну просто простеньких таких три желания. Хорошо? Вот нет. Простеньких. Простеньких, там перевернуть телевизор, там, разбить окно. Что тебе делать, понял? Почему? Почему школьники такие все? Ты все такие школьники. Сначала накосячат, а потом говорят, не буду делать. Давай! Или разбана тебе не ожидать. Или разбан, или до свидания. Последний раз спрашиваю. Подумай, сервер для тебя дорог, здесь друзья твои, все. Короче, пошел он куда подальше. В общем, кому понравилась данная серия, поставьте лайк, подпишитесь на канал, заходите, играйте на этот сервер. Сервер прикольный, да, спаун очень красивый, ну, много всего, зельки, кстати, разрешены. В общем, кому понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Скайп данного школьника, которого вы можете потроллить, который вот так, мен... Сейчас я его скопирую, собственно, вот так. Вот он, да, вот так вот. Я его выбью на экране, вот так можете добавить его, там написать ему, хвалка попал в видео, там. Вот так, потому что меня задолбал, реально, меня раздражает вообще. В общем, подписываемся на канал, ставим лайки, давайте 2000 лайков и новая серия Антигрифер Шоу. Смешная, как я и обещал, вот вам новая серия смешная. В общем, лайк, подписка, до свидания.